Всем привет! Здравствуйте! Мы продолжаем принимать поздравления в адрес Института водного транспорта. Милана, сегодня первыми нас поздравят самые юные зрители. Это наши будущие абитуриенты. Младшие сестренки и братишки, которые мечтают побыстрее вырасти и учиться в нашем вузе. Прямо сейчас прочитают стихи поздравления. Внимание на экран. Максим, а ты кем хочешь стать? У меня был павлинок, и я хочу им стать. А, тогда я буду строить корабли, на которых ты будешь ходить в море. Тогда мы вместе сможем ходить в Институт водного транспорта. Моя сестра там учится, и она мне сказала, то, что ему исполняется 211 лет. А, так у него день рождения? Да. Поздравить институт спешу я с новой юбилейной датой и пожелаю от души умом студентов быть богатым, преподавателям наград за их труды и наукой полной, удачи, счастья, теплоты душевной и здоровья можно. Желаю институту процветания, студентам усердия, а преподавателям терпения, здоровья и научных открытий. Иван, я забыла тебя поздравить с первым местом в городском конкурсе «Арт-студия» в номинации «Хореография». Милана, ну спасибо, конечно, большое. Как раз прямо сейчас ты сможешь посмотреть выступление, которое и одержало победу. Внимание! Здорово! Это замечательный подарок для нашего университета. А теперь давай посмотрим, что подготовил студенческий совет Института водного транспорта. Внимание на экран. И молец, скажи, чего всегда хотел? Разве прятаться от всех проблем? Быть пустотой среди мира и стен, либо быть одним из тех, кто смог нам подарить рассвет.
О чем мечтаешь по ночам, куда ведет твоя звезда? Ты вдалеке видишь причал, не смей застыть и перестать. Лети на всех семи ветрах, успей заткнуть пришедший страх. Попыток нет, и жизнь одна, все станет на свои места. Если ты веришь в свои силы, залетай с двух ног. Все проблемы летят мимо, рви пока молодой. На сердце камень и боль, пускай не верит никто. В конце дороги тебе каждый скажет, бром с тобой. Ты веришь в себя и весь мир, пусть прахом по ветру лети. Ведь есть ты, ведь есть ты. Делай свое и держись. Фотоальбом всей своей жизни я недавно полистал. Во что я верил, что дарила мне за годом год весна. И я увидел те пути, куда ведет моя мечта. И я увидел те пути, и я осмелился начать. Эй, сделай сам, прочь усталость по местам. Выше руки к небесам протяни. Верил в то, чего еще не могли. Мечтай, живи, лети, живи, лети. Милана, мне очень понравилось. В нашем вузе очень много талантливых ребят, которые радуют нас своим творчеством. И уже завтра мы продолжим поздравлять наш институт с праздником. А сегодня мы желаем процветания нашему институту. Но праздновать день его рождения мы на этом не заканчиваем. А встретимся завтра с вами снова и увидим массу новых поздравлений и ярких творческих номеров. Пока! До встречи!